Ребят, всем привет, с вами компания Sava Motors. Итак, на обзоре у нас сегодня будет Mazda CX-5 2016 года. Давайте я вам немножко о ней расскажу и покажу. Так, это автомобиль 2016 года с объемом двигателя 2,5 литра. Вот так вот выглядит сам автомобиль. Автомобиль имеет 17 легкосплавные диски, довольно-таки лысоватая резина. Приобретался на страховом аукционе Копарт, продавала страховая компания State Farm Insurance. Кстати, ребят, советуем только покупать у страховых компаний. В автомобиле побито лобовое стекло. Так, мордочка у нас вся полностью целая, у нас целый как бы капот, целый бампер. Есть небольшие как бы царапины вот здесь, но это все устраняется. Решетка радиатора, вы видите, вся целая. Диапазон цен этих автомобилей на страховых аукционах Копарт и IAI от 5 до 8 тысяч долларов. Вот так вот выглядит 2,5 литра Sky Active в Маздочке. Мы поставили уже наш портативный аккумулятор, потому что оригинальный аккумулятор здесь просто подсел. Смотрите, какой у нас удар. У нас удар в основном пришелся в правое колесо и в дверь правую. То есть у нас завалена немного рулевая тяга. К работе крыло, к замене сама дверь, к работе правая задняя дверь. Обратите внимание, автомобиль мы уже заклеили, то есть на аукционе было проклеено, но здесь были щели, откуда могла попадать влага. Мы положили опять же пленку, чтобы из разряда битых автомобиль не превратился в разряд утопленных. Зеркало у нас полностью все целое. Так, что по дверям? Диапазон цен этих дверей от 250 до 900 долларов США. В зависимости от того, где находятся эти двери, на каком расстоянии, в каком состоянии. Нашему клиенту мы предложим несколько дверей, а там он будет делать выбор, брать их или не брать. Задняя резина у нас полностью вся лысая. Пленка, которую мы заклеиваем в автомобиле. Задний бампер. У нас есть небольшие царапины, но они все, как бы, я думаю, отполируются. Вот эти отполируются. Так, задняя крышка у нас вся целая. Задние фонари точно так же. Сейчас покажем вам, что у нас в салоне. Сделаем небольшой драйв-тест. На автомобиле 41 тысяча миль пробег. Вы видите, черный тряпочный салон. Из безопасности у нас взорвана шторка. Шторка пассажира. Немного порван потолок. Взорвано у нас сиденье. Заклинил ремень. Все это восстанавливается как бы. Давайте посмотрим, что у нас в багажнике. Так, в багажнике мы имеем молдинг, которого не хватает, как я понимаю, с правой стороны. В багажнике мы имеем также докатку. Я не вижу ремкомплекта, я не вижу ключей. В таком состоянии автомобиль будет отправляться в Украину к нашему постоянному клиенту. Ребят, хотите приобретать что-то подобное? Плюс 1-267-632-4774, Viber, WhatsApp, пишите, звоните. Номера телефонов я продублирую также в описании под данным видео. Так, электрические сиденья, вы видите. Автомобиль пришел с одним ключом со страхового аукциона. Ну что ж, давайте делать драйв-тест. Так, у нас старт, как всегда, уже в Маздах с кнопки. 41 тысяча миль, не горит ни одна лампочка. Странно даже. Ребята, аэрбэги взорваны, а лампочка аэрбэгов не горит. Вот, загорелась. То есть, начала моргать. Хотя потухло. Видите, мы едем. У нас немножко тащит автомобиль в правую сторону из-за того, что у нас повреждена рулевая рейка. То есть тяга, точнее, на рулевой рейке внешняя. Работает камера заднего вида. Вот такой автомобиль будет отправляться в Украину нашему клиенту. Опять же, хотите приобретать что-то подобное, пишите, звоните. Плюс 1-267-632-4774, Viber, WhatsApp. Полную дефектовку по данному автомобилю мы клиенту сбросим ему на почту. Да закажем по его желанию запчасти и отправим в Одессу. Хотите приобретать такие услуги? Компания Sava Motors поможет вам приобрести автомобиль, поможет вам укомплектовать запчастями, поможет вам поменять данные запчасти здесь и отправить в вашу страну. В Украине мы проходим сертификацию, в Украине мы делаем таможню и так далее. Автомобиль под ключ также доступен от нашей компании. Связаться с нашими представителями, вам все расскажут, объяснят и покажут.
А с вами был Владимир Толочко сегодня. И на обзоре у нас была Mazda CX-5. Диапазон цен от 5 до 8 тысяч долларов. Все, всем бай!